В дни российской науки в Третьей Леневской школе состоялась научно-практическая конференция «Познание и творчество». Подобные научно-практические конференции – традиция всех леневских школ. В третьей она состоялась уже в 18-й раз. Задолго до этого, в 2000 году, наша школа стала инициатором проведения проекта и участником этого проекта «Исследовательская деятельность школьников». Затем эстафету подхватил Искитимский район. Стали организовываться фестивали проектов, научно-практические конференции районного уровня, исследовательские площадки для учащихся образовательных учреждений. И все это потому, что развитие современной школы и современных учеников невозможно без проектно-исследовательской деятельности. Участие школьников в создании и последующей защите проектов и исследовательских работ нацелено на расширение их научных познаний. Это возможность общения в различных ученических сообществах, а также выработка таких качеств, как целеустремленность и успешность. Мы создаем для наших ребят условия поддержки и проявления их способностей, талантов, помогаем им заявить о своих интересах, первых начинаниях и открытиях в области учебных предметов и тех результатов, которые они получают. И сегодняшняя конференция – это подтверждение этому. За многие годы в нашей школе накоплен большой опыт проведения научно-практических конференций и участия в конференциях самого различного уровня. Наши учащиеся заявили о себе не только на уровне района, но и на областных, региональных, всероссийских и международных конференциях и стали участниками, не просто участниками, а завоевали призовые места, стали лауреатами первой, второй, третьей степени. Мы надеемся, что сегодняшняя конференция позволит им достойно выступить, порадует нас всех хорошими результатами. 49 учащихся на 5 предметных секциях представили проекты социальной, творческой, исследовательской, прикладной, инновационной и практикоориентированной направленности. Организаторы конференции отмечают, что количество участников растет с каждым годом. Ребята создают проекты по физике, окружающему миру, химии и другим предметам. Им нравится делать проекты на свободные темы, то есть окружающая жизнь, но те проблемы, на которых сегодня акцентируется внимание, например, реклама. Поэтому ребятишки выбирают то, что в связи с их интересами и возрастными особенностями им доступно. Ну а все, что касается научить их творчески мыслить, творчески подать материал, творчески его систематизировать, это, конечно же, работа их наставников, руководителей секции. В этом году у нас впервые принимают ребята участие в секции профориентация. Это очень важная область деятельности в школе, потому что ребята готовятся к тому, что они осознанно выбирают профессию, что они осознанно могут подойти не просто к изучению каких-то особенностей, они могут себя попробовать виртуально.